Добрый вечер, друзья. Тут у нас пробочка небольшая. А нам для записи видео даже лучше. Так не шумят колеса по асфальту. Значит, что я хотел сказать. У нас для моего 60-летия, а осталось буквально 2 недели, то есть до отмечания, до 30 апреля осталось 2 недели. И Наталья Квик, блогер из Флориды, вы ее все знаете, Наталья взялась собрать вместе некоторое полотно из того, что присылают зрители. Поэтому, значит, я говорил, вот присылайте Наталье, она там из этого будет что-то делать. Но Наталья слепила уже все. Значит, вот она сделала некоторый сюжет. Сюжет у нее из разных-разных поздравлений на полчасика. Все вместе получилось довольно много. Мы думали минут 20 максимум, но вот у нее вышло полчаса. Мы все это потом увидим у нее на канале, у нас на канале повесим после того, как пройдет мероприятие. Но сегодня я подвесил такую музыкальную композицию танцевальную, прислал нам зритель наш из Риги, и там еще слова хорошие написал, вот, и как бы ему было приятно, чтобы вот мы под это дело танцевали. Мы попросили человека, который администрирует, как бы вот, есть специальное слово для тамада, этого? Тамада. Тамада, ну тамада, он больше там речи говорит. Ну вот, короче, у нас есть такой специальный партиец, вы его увидите потом. Значит, так вот, он получил, не значит, партиец, он КВНщик, но в данном случае он партиец, в том смысле, что партия организовывает. Mm-hmm. Да, и вот, значит, Светочка, ну что ты, ну. И вот, значит, мы ему тоже дали ссылочку, он, может быть, вставит в саму эту партию, так, чтобы вот нашему зрителю было приятно. Так что я хотел сказать-то, что если у кого-то прорежется, значит, какой-то творческий потенциал на предмет там каких-то поздравлений, значит, в то поздравление, что будет на самом поздравлении, поздравление, которое будет на поздравлении, значит, оно туда не попадет уже. Но у нас на канале мы можем что угодно делать, я могу сам чего-нибудь скомпоновать там, если у кого получится. Поэтому, в общем, если захотите, присылайте, я как бы с удовольствием вот все это дело как-то там синтегрирую и вставлю. Все, счастливо!